Всем привет, с вами Игорь, и мы продолжаем проходить Darksiders. В прошлой серии мы убили тюремщика и, собственно, завладели крестовым клинком. Сейчас же нам надо двигаться куда-то, я не знаю, если честно, куда. Но сейчас, кстати, если тут есть монстр, то, видимо, я правильно иду, я так думаю. Это никогда не подводило. Со времен еще Обителя Зла Третьего я знаю, что когда появляется монстр, то мы всегда идем с вами правильно. Так, сейчас расправимся с врагами, которые тут мешают нам, или в дальнейшем будут мешать во всяком случае. Сейчас я посмотрю, куда нам именно надо идти, потому что у меня тут чекпоинт где-то не в том месте я, короче, появился. Непонятно почему. Самому хотелось бы узнать. Ну вот, да, вот тут и был тюремщик. Вот мы тут его убили. А здесь какой-то лифт. Давайте посмотрим. Отлично, едем вниз. Куда? В ад. Голова скелета дергается. Так. Угу. Значит, бомбы тут есть, а огня, как вы видите, почему-то нет. Или есть огонь. Значит, раз, два. Ага, нету огня, нету. Мне показалось, ну там на дне что-то горит, но там чууголь, но он не разожжет. А, вот есть огонь. Ё-моё, какой я слепой, а? В самом-то деле. Так, вот нам проход открылся, тут мы явно не пройдем. Опа-на, друзья. До свидания. Пока. Ай-яй-яй. Комбо как-то я нерационально использую, лишь бы понажимать клавиши, ну... В принципе... В драке главное... Не ведение боя, а участие. Так. Ага. Когда ты умрешь. Ой-ой-ой, а вот это уже плохо-плохо. Если меня еще раз заденет, то я умру, наверное. А что за фиговина? Почему мне... что за фигня? Хватит. Беда. По новой, что ли? Нет уж. Давай, бей, 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 все. Фух. Меня пронесло. Так, тут закрыто. Тут взяли сундук. Тут у нас что? Тут у нас... тут перепрыгнуть надо. Так, вроде... Ага. Мне повезло. Ой, как повезло мне. Хорошо. Так, 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 так. Так. Все. Так, а там... А я думал, откроется здесь. Ладно. Отлично. Что теперь нам надо? Нам надо бомба. Бомба, она... Она сбоку где-то, вот она. А вот бомба, пожалуйста, да? И тут ничего не горит. Ничего не светит. А где ж тогда мне зажечь? Это далековато вроде как по мне будет. Давайте попробуем. Так, стоп, что это?
Так, как прицелиться? А чё не прицелиться? А, вот, раз, и... Блин, да не, далековато, конечно, будет, я бы вам сказал. Даже не знаю. Нет, надо что-то... Что-то этакое, что ли. Сейчас попробуем. А что ж тогда нам придумать-то? Если бомба здесь... Значит... Значит... О! Эврика сообразил. Значит, бомбы надо покидать как можно поближе. Несколько штук. Давайте так и попробуем сделать. Я думаю, они не исчезнут. Так. Отсюда. Так, а отсюда. Как оно? Так, значит, надо кидать отсюда. Ага, все туда. Понял. Еще как минимум 3 бомбы нам понадобится. Если те не исчезнут. Сколько тут максимально можно ставить, я не в курсе. К сожалению, ну. Так, это, наверное, большое будет расстояние немного. Ладно, сейчас посмотрим. Блин, опять не туда. Что ж такое, а? Хотя почему не туда? Туда все. А, значит, надо вот здесь. Бра, как много-много бомб. Очень много. Не, ну, в принципе... А, видите, они исчезают. Значит, надо кидать их понизу, наверное. По идее. Точно, понизу. Как я раньше не догадался-то. А, просто игру проходил давно и не прошел, и поэтому немного подзабылся, но ничего. Я думаю, в памяти у меня все воспроизведется быстро довольно-таки. Да, блин, так далеко, очень далеко. Вот где-то вот здесь и вот здесь, что ли. Потом вот здесь. Так, что ли, или нет? Блин, как бы достало. А что за фигня, не берется уже все. Блин. И ну, чё, нет? Блин, то чё за фиговина? А, вот, смотрите, да. Блин, только тут далеко. Да куда ты? Наоборот надо. Блин. Фак. Ну. А хорошо, что они не исчезают. А то я сейчас запарился немного, я вам скажу. Хотя я уже запарился. Ну чё? Нифига? Блин, да они вроде как... Близко было. Ну, ё-моё, ну чё это? Ну, как-то это несерьёзно. Ну, чё, так-то нет. Поближе тогда уже, чтоб наверняка. Ну, тогда я, наверное, и не достану ж. Мне надо так уж рассчитывать, чтоб я достал. Ну. А, тогда там не достает. Тварь. А ну-ка. Ну нифига, блядь. Я немного задолбался, ну. Может, я не так делаю. Ну, смотрите, еще. Может, надо вот сюда. В реале.
думаю, чё, блядь. Ой, как запарило уже всё, а. Я сейчас, наверное, буду полчаса с этой загадкой мурыжиться. Точнее, не загадкой, ну не совсем загадкой даже. Ну чё? Ну не, не зажигает оно, да? Тварь. Ну, говно, а. Ну и тут ничего не сделаешь, и тут ничего нету из факелов каких-то. Надо вот строго по очередности как-то их раскидать, чтоб... Чтоб, блядь... Чтоб как бы и... Там близко было, и здесь. Ну чё? Блядь, и не берется, тварь. Ах, запарила меня, запарила меня. Так, ну, давай. Да не так далеко вроде. Да и так вроде далеко. Ладно, хер с ним. Ну, чё? Не. Да шо ж такое? Ну чё мне теперь сделать, а? А, смотрите, тут зажёгся факел, смотрите. Раньше я не замечал его. Гляньте, да? Хрень какая. Она, это либо я и слона не заметил, как называется, либо... Хер его знает. Мне казалось, что он вообще раньше не горел. Ну, а последнюю, блядь. Чё за... Херня. А и даже можно вот так вот. Все, короче. Блин. С горем пополам. Это я, наверное, невнимательный был. Мне казалось, что вообще ничего такого не горело. Ну ладно. А вот, статуэтка поднялась. Теперь нам надо наверх. А, как тут? Поближе. Да никак, видимо. Ну ладно, чё, будем подниматься. О, друзья. Привет. Так, надо их быстрее убить. Потому что тут чувак, он явно недоброжелательный. Не попасться. Блин, вот я попался. Иначе будет плохо. Могу умереть. О, супер вообще. И убили еще придачу. Отлично, че. Да что ж такое ты творишь, а? Так, надо как-то в него что-ли пульнуть ее, а потом зажечь. Ух ты. Че, разорвало, да? А не. Он просто, смотрите, он стал простым, очень смертным, так сказать. Блин, зато урон наносит до сих пор отлично. А, гляньте, опять. Ну какого хера? Ну я ж в подпрыге был, ну бля. Заебался я немного уже. Сука, опять ранил, блин. Надо атаковать, короче, когда он это, без этой херни. И отпрыгивать вовремя, а то у него урон, я смотрю, очень большоват будет для нас, смертных простых. Блин, ну какого опять, чё?
за фиговина. На, сожгу. Ба. На. Блин, они такие сложные, ну пипец просто. Блин, еще сейчас рванет, меня заденет. Очень сложные такие враги попадаются, конечно, но разнообразные, это главное тут. Не то, что в Дарксайдерсе втором, вообще там полный пипец был. Насчет врагов. Но тем не менее, там тоже свои были вкусности. Тем не менее, игру я прошел, да. Так, отлично. Что-то тихо, очень тихо. Игра вообще 120 FPS идет, даже не шевелится. Ну, эти FPS даже ничего не падает. Так, а что у нас здесь? Нам надо пролезть. Я ж помню, да, статуэтку ж мы не зря выдвигали. Сейчас мы пролезем здесь. А статуэтка... Где она была? Блин, не помню. Не, точно не здесь вроде как. Там две статуэтки были. А вот где именно? Там, где враги, они вроде как должны быть. Там, где статуэтки, там и враги. Вот. Там, где враги, там и статуэтки. Так, а где? Ну... В принципе, может здесь-то, хотя нет, тут зал какой-то, да, идет. Так что навряд ли. Там просто вот зал, и там как бы небольшой такой уступ есть. Вот, а где именно, уже забыл, если честно, слово. А, сейчас вот сюда войдем и посмотрим. Может здесь где-то. Хотя вот здесь тут... Три статуэтки. Блин, а где ж они? Уже, честно говоря, не помню. Хотя вот видите, врагов нету, вроде как я неправильно иду. Но они могут появиться потом. И, кстати, здесь я был. И ловить мне тут ничего явно. А где ж они? Где ж они? Где ж они? Блин, а? Тут за пара, блин. Может, где... О, там ХП есть. Сейчас я возьму ХП. Так, отлично. Может, здесь? Да, хотя тут как-то... Нет. Ну, не знаю. В принципе, нужно спуститься. Потом поднимемся. Не, ну явно не здесь, потому что, ну, тут мы уже взяли все и взяли эти мечи. Все, теперь хер я выберусь. А, блин, запутался. Может, по карте там, может, и есть что. Как тут определить локация? Блин, тут еще такие карты... Не самое, конечно. Но там вверху, я так понял, босс вроде как. Так, и чё, я обратно это? Нажимать, что ли, или чё? Так. О, теперь опять еще одна морока. Блин, вот начинаю уже тупить в этой игре. Чем по-жесткому. Начал с того, когда меня уже начали тут убивать. Тоже плохо. Плохо.
А хотя в Дарксайдерсе втором я тоже втупил, и... В принципе, думаю, вы мне простите за это. Так. Что-то я наверх по... А тут нема статуэток, да? Вроде как зал такой пустой. Там есть какая-то статуя, но это не то вроде как. Просто чисто наверх вот это поднятие идет походу. Да. Вот сейчас попробуем наверх залезть и все, уже сюда не приходить. Это 100%, потому что если опять пройду, приду, потеряю буквально 5 минут своей жизни. Тут просто ничего нету. А где ж они тогда? Где ж они, эти статуэтки? Вот там какие-то статуэтки. Ну, блин, какие вот. Блин. Узнать бы. Это мне придется в каждую дверь ходить, околачиваться и искать тех трех двух статуэток. Уже запинаюсь, уже, блин, забыл, что какие статуэтки, ё-мо. Где-то они сзади. Назад надо идти. Значит. Блин. Давайте еще раз карту посмотрим. Правда, я не думаю, что она нам как-то поможет. Вот видите, там есть красная дверь. Вот тоже на этом этаже. И есть что тут еще есть? Блин, не знаю. Сейчас посмотрим еще. А, ну тогда назад. Назад, сори, путаюсь. Я же заморочился. Может, надо вот так вот сделать? Да нет, все. Не, нифига не так. Ничего тут не поделаешь. Ну что, давайте сюда, может, здесь еще. У тебя вот монстров нету, и наверняка не здесь. Потому что, ну где есть монстры, там и, значит, мы правильно идем. Это правило золотое, оно было, есть и будет. В принципе, никто его не отменял. Блин. Эх, тогда я прошел это место. В прошлый раз, когда я играл 2 года назад, я это место прошел, а вот... Вроде тоже так бегал, в итоге нашел все-таки как пройти, но... Значит... Блин, ну где ж они? Не, ну я опять буду опять сюда идти. А, стоп! Вот они перед глазами, ё-моё! Хана я туплю, вот это я туплю, блин, ну, извините, извиняюсь, блин, лишнее там сколько, 10 минут намотал, ну, блядь, перед глазами, просто я как-то невнимательный стал вообще, ой, я просто думаю, какую третью игру проходить, поэтому у меня начинаются такие заморочки. Тупки, даже я бы сказал. Я даже, если честно, я сам не рад. Ну, конечно, я не рад. Не рад тому, что я туплю. А, третью игру. Какую же надо проходить? Я буду об этом думать, в принципе, скажу, если что, в подкасте. А если что, это будет Final Fantasy 12. Потому что, ну, мне как-то и впадло проходить сейчас. Но я думаю уже проходить. Думаю, вот-вот уже надо пройти, думаю, что там люди сидят без третьей игры, и поэтому, ну, по-любому будет проходить. Вот, но хотелось бы слышать мнение людей. Вот, так, нам надо перепрыгнуть тут. Я не пошел пока что туда, потому что вроде как те двери, они, та решетка, которая открылась, она ведет к боссу. Поэтому вот такие вот пироги. В принципе. А потом я пойду, естественно, к боссу. Пока смотрел, тут что будет. Может, тут что есть. Есть что.
все отлично. Так, тут тоже перелетать надо. Порядки вещей. Все. Так, тут наверх. Что-то знакомое. Точно. Вот мы здесь вернулись. Так, здесь нам не надо идти. Получается, я зря шел. Печаль. Так, не туда. Ладно, назад пойдем, значит. Значит, все-таки надо идти к боссу. Потому что, ну, я во второй части. Сейчас убью их, в принципе. Даже. Пока. Во второй части от Darksiders, я, как вы знаете, кто смотрел мои летсплеи, они, конечно, не самого лучшего качества получились, потому что микрофон у меня был старый. То есть, я прошел Darksiders 2, и прежде чем идти там к боссу или идти дальше, там все равно куда идти, я проверял то место, которое, ну там, развилка, например, идет. Я сначала в то место забегу, а потом в другое. То есть, там бывали развилки, и бывали одно место бонусное, а другое, получается, там босс или еще что-то. Вот, поэтому я всегда все проверяю и стараюсь проходить игру на фул. То есть все собрать, все при все. Чтоб не было там нареканий, то, почему ты туда не пошел, почему ты его не использовал. Вот, поэтому я все стараюсь придерживаться, вот. Поэтому вот так вот и получается у меня, то, что я иду туда, а там на самом деле там возвращаюсь куда-то там. Вот. Умри. Я уже давно мертвый. Ой-ой-ой-ой, неплохо дамага наш нанес, неплохо. Красавец. Так, мне надо. Блять, ХП. Пожалуй, немного хотя бы. Все, минус. Так, ну кто там еще, нападайте. Так, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мне кажется, вот тут что будет такое сильное, насколько я помню. Вроде как босс сейчас упадет или что-то. Еще монстры, да, точно. Потом еще будут монстры, но тут их дофига будет, точно. Ой-ой-ой. Как мне дал. Ой, блин, забыл. Когда он воняет, к нему нельзя притрагиваться. Назад. Получай, скотина. На, фаталити. Трофеи у меня. Так, чувак. Бах. Супер, все. Кто там еще кто-то будет, вроде как? Или нет? Вроде бы, что не должно никого быть. Все, да, еще два чувака.
Ну, давай, щеми его. Уже чуть-чуть осталось. Конечно, слаб вы вдвоем, а я один. На. Бах одного. Ох, неплохо как. Так, ну давай, давай. Все. Будет еще кто-то? Или нет? Походу уже никого не будет. Все отлично. Идем дальше. А именно возвращаемся. Нам надо сунуть этот клинок в третью статую. Ну давайте на этом заканчивать. С вами был Игорь Диаморф. Всем удачного дня. Пока.